Давай. Итак, система. Подожди. Новая наносистема автоматического проветривания салона при закрытии дверей автомобиля. А ну давай. Вот. Срабатывает отлично, работает всегда, безотказно. Пожалуйста, можете посмотреть ультракомфортабельный салон. А ну теперь закрой его. Здесь есть пепельницы. Двумя пальцами делается сенсорно. Закрывается окно. Давайте багажник, пожалуйста, заснимем. Снятие багажника. Остановили гаишники для проверки. Всего три движения. Раз. Два. Три. Пожалуйста. Его можно снять с собой, если габаритный груз. Также он ставится обратно, по-моему. Вот, все, пожалуйста, закрытый багажник. А ну еще раз открой багажник. Открой, да открой. Давай я капот лучше открою, силовой агрегат посмотрим. Давай. Здесь, смотри, противоугонную систему сразу покажем, как срабатывает. Противоугонная система только в одном положении. В одном положении открывается форточка, только в одном. Это не все угонщики знают. И только в одном положении открывается дверь. Далее перейдем к силовому агрегату. Подожди. Это четырехцилиндровый двигатель ВАЗ-2103. В своем роде легенда отечественного двигателестроения. Пожалуйста, тут даже есть аккумулятор, то есть машину не обязательно... Ты багажник открой еще раз, а то мне эта система впечатлила просто. Да. Пожалуйста. Поверить не могу просто. Очень вместительный багажник, очень вместительный багажник. Пожалуйста. Очень вместительный багажник. Можно путешествовать. Если салон забитый, можно вот так. Да, путешествовать можно спокойно. Расслабившись, как видите. Здесь вот бассейн. Расслабившись. Так расслабившись. Да. Обратно одень это. Кстати, амортизация, посмотрите. Не, обратно одень его. Обратно? Нет, ты сиди, сиди. Вот. Надевается тоже очень легко. Поставил. Закрыл. И все. Вот, пожалуйста. Пойдем перед гаишником.